Один Альфа подавлен. 2-1 принято. Оверлорд, на связи Хантер 2-1 главный. Понял, 2-1, доброй охоты. Неприятель подавлен в секторе 2 эхо. Понял, 2-1.
Хантер 2-1, внимание, противник в юго-западной части на пятом этаже обстреливает точку эвакуации. Отбой. Принято, Оверлорд. Мы медленно отправляемся на пятый этаж. Отбой. Продвигаемся к юго-западному углу. Вас понял, 2-1. Какое-то движение. Следите за своими секторами. Проверьте углы. Значительные силы пехоты. Двигатель на прыжок и встретил друг друга.
Зона проведена. Прием. Никак нет, 2-1. Они ведут бой с пехотой и легкой техникой у монумента Второй мировой. И, похоже, их там не сладко. Прием. Понял, Оверлорд. Сделаем воздуха все, что можем. Отбой. Я держу вас. Выстрелы справа. Три влево. Забирайте второй этап эвакуации. Берите только тяжело раненых. Оверлорд. Дагер 2-2 погибнет и теряет выходу. Группа РПЗ у монумента Второй мировой. Жмите на гашетку до тех пор, пока всех не выкатите. Атлас 2-3, 2-4, 2-5 сбиты. Всем наземным войскам по 4-й площадке немедленно отступить. Вооруженный вертолет прямо по курсу у этого ГБРа. Это Атлас 2-5, в зоне высадки 1. Мотор работает на 30% мощности. Я не могу взять больше людей. Придется кого-то оставить. Дагер 2, монумент Бутерсона обстреливает магистрали. Оверлорд 7. Эвакуация окончена. Повторяю, эвакуация окончена. Всем срочно покинуть район. Тревога! Тревога! Оверлорд, нас подбили, но мы держимся. В здании департамента юстиции большая единичная батарея. Приближаемся. Поднимай машину, если рухи, то взорвем единичный ракетный комплекс. Внимание, ракета! Отпустили! Помогите, помогите, это Дагер 2-1. Мы снижаемся в квадрате по... Держаться, капрал! Защищайте позицию!